наверх. Но вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженных дорог одна моя. Весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов хранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. Мы у подножия величественной горы Казбек. К сожалению, два дня, которые были нам отведены по графику для восхождения, свирепствовала непогода. Из-за отсутствия видимости и постоянных осадков нам пришлось вернуться практически из-под вершины. Мы не дошли 400 метров по высоте. Но мы не расстраиваемся. Как говорят альпинисты, гора не пустила. Зато есть повод еще вернуться сюда. А когда нам нужно уезжать, Казбек опять открылся во всей своей красе. Ах, да. Геннадий Копейко. Среда. Из-под вершины Казбека. Поверх долин вершины грез. Ты травы завязал узлом и вплел в них прядь моих волос. Ты слал в чужие сны то сумасшедшие видения страны, где дни светлые от света звезд. Господином горных дорог назову тебя, кто сказал, что холоден снег. Перевал пройду и порог, перепутье, перекрестье каменных рек. Thank you.
ухожу во след не с нашим, что значит слово страх. О, не с тобой ли все пропавшие? К снегу и льду возвращаемся в цивилизацию, в зелень, города. Брожу тропками через горы и леса, и туманы белые, и поверь, не знаю сам, что с собой сделать мне. Через горы и леса, и туманы белые, и поверь, не знаю сам, что с собой сделать мне. Под дождем сижу в лесу, по своей глупости засыпаю на весу, на краю пропасти собираю в свой рюкзак все туманы белые, и поверь, не знаю сам, что с собой сделать мне. Собираю в свой рюкзак все туманы белые, и поверь, не знаю сам, что с собой сделать мне. А дороги и дожди, и леса зимние, не пытайся, не ищи, не на что выменять. Уношу я свой рюкзак за туманы белые, и поверь, не знаю сам, что с собой сделать мне. И поверь, не знаю сам, что с собой сделать мне, что с собой сделать мне. Что с собой сделать мне?